Здравствуйте. Видео ведется на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны. Вверх, вниз, влево, вправо. На мобильном устройстве можете управлять при помощи гироскопа. Если такая функция не поддерживается, то вводите по экрану пальчиком, и видео прокручивается во все стороны. Если смотрите на компьютере, то зажимаете левую кнопку мыши, и видео прокручивается тоже во все стороны. Если у вас нечеткое изображение, то в настройках YouTube устанавливайте 4К, и видео будет максимально четкое, которое YouTube поддерживает для панорамных камер. В этом видео вы увидите великолепную экскурсию на джипинге к водопадам, который в каньоне прохладном, в Зубовом ущелье. И сейчас будет у нас разных кавказских и не только. Вторая чаша, похожая на сердце, это чаша любви. Вода, конечно, не прям видно, да, как опустилась вода. Вот побелая была воды. Сейчас... Да, у меня каждый день покупается, где-то у меня покупается.
Богатство и удача – это самое главное часть. У меня в любви и счастье не так купают. А вот богатство. Здесь даже плавать можно. Да. Фотка меня с там сверху. Ты что же? Не, вот так вот хорошо. Ну да. Да, фотка? Я так не знаю. Я тут смотреть не могу. А так получается не слово. Я пойду. Можно встать прямо под водопад. Можно встать на водопад, фотографировать снизу. Красиво получается. И здоровье, окунайтесь. Я повыше пойду, попью пока. Так, короче говоря, если я начну снизу скакать, я обуха, пожалуйста, пальцы, коляску, детское питание не Thank you.
если вас интересует длина маршрута, сам трекинг, на какую высоту мы восходим, то принтскрин трекинга я выложу на канале Сочи Адвенчер в Инстаграме. Можете увидеть, сколько времени мы вообще ходили здесь, какая длина маршрута и какой перепад высот. Инстаграм-канал Сочи Адвенчер. Конечная точка нашего маршрута, потом дорога поворачивает назад уже к выходу. Водопад прохладный, каньон прохладный, водопад прохладный. Зубова щель от гостевого дома Гавана в Чимитакваджи 10 километров. Можете приехать почти весь путь на своем автомобиле, на своей машине, можете заказать УАЗинг, можете прийти пешком. Всех просим, подписываемся на канал, ставим лайк, до новых встреч, пока!